Что произошло? Да найдете вы путь в земли Дуата. Да будет Себек милостив к вам. И сочтет Маат достойными. Меджай! Опоздал. Люди Сихитепа пришли за мной. Вот как. Неплохо для миролюбивого жреца. Я не всегда был жрецом. Я думал, все это в прошлом. Мы с Сихитепом вместе обрели веру. Вместе пришли в храм. Я знал, что он страдает так же, как я. Но я должен его остановить. Не пятнай себя кровью. Хотя бы ради культа. Жрец оружием не лучшее зрелище. Я сам справлюсь. Ты прав. Ты найдешь его в северном храме. Встретимся снаружи. Вот он! За Сихитепа! Это тот настырный Меджай! Вот он! За Сихитепа! Это тот настырный Меджай! Наперерез! Обходи! Ты напрасно перечишь Себеку, путник! Ты зря пришел сюда! Будущее за нами! Зря ты объявился! Главный храм Себека. Сихитеп внутри. Он готов к нашей встрече. Что тут у нас?
Одиосер обрел помощь сильного союзника. Это жаль, что напал на корабль? Кто он такой? Он не из Фаюма. По слухам, странник-одиночка. Поговаривают из Старого Царства. Старого Царства, стерзание Петсукасу! Проклятый нечестивец! Ну вот и все. Как часто вера граничит с вероломством. Нужно найти Подиасета. Думаешь, Меджай справится? Сихетеп избрал смерть. Он сделал выбор. Сегодня я потерял брата. Если бы я не медлил, все могло быть иначе. Вера должна быть деятельна. Таков мой урок. Мы восстановим все, что разрушено. Но как быть с солдатами? Они тоже приложили руку? Как и всегда. Но будь сильным. Сегодня они тоже получили урок. Себик может дать отпор. Спасибо тебе, Меджай. Пусть Себик хранит тебя. Тухенет!